Игорь Мазуренко задал хороший соревновательный темп, и это можно сделать дистанционно, что особо удобно. И мы, конечно же, воспользуемся этим и протестируем нашего вот этого чемпиона Смирнова Артема, который участвовал на чемпионате Европы и мира, неоднократно становился чемпионом и призером, а также побеждал Хитага Дзитиева, вот боролся с Сашо Андреевым, конечно, проигрывал, но в целом довольно одаренный спортсмен и хочет принять участие в Золотом Туре, не знаю, как в этом году, но в следующем так точно. Короче, о нем вы еще услышите. А теперь приступим. Итак, 51 килограмм. Сравним выполнение топовых армрестлеров и нашего спортсмена. Артем весит 82 килограмма, эти дядьки намного больше. Итак, 51 килограмм, посмотрим, что вышло у нашего Артема. Ну что, это у нас девяточка. 45 килограмм. И плюс 6 килограмм по тросам я замерял. 51 килограмм. Правая тоже посложнее, да? Так, настал черед 57 килограмм. Как видим, топовые спортсмены справляются легко. Жов на правую не потянул. Понятно, это ж правая. Вот, другие. Красюк потянул. Молодцы, пацаны, красавцы. Украинцы очень сильные спортсмены. Окей. Сейчас у нас будет 56 килограмм. Десяточку. Это у нас 56 килограмм. Ну, примерно. Есть. Левая пошла. Вот Мазуренко задал. Есть, есть, есть. Молодец. А тем временем на весах уже 63 килограмма. Пацаны уже очень сильно напрягаются. Некоторые не выдерживают. Все-таки на самом деле 60 килограммов это не такой легкий вес. Да, 60 это очень непростой вес. Ну, Артему вешаем 61 килограмм. Так, сейчас установлена 11-11, это у нас 61 килограмм. Пошла, пошла, отлично. И правая ручка. Пошла. По выполнению. У Артема подкручена кисть, но видно на прошлом видео, что у пацаны тоже подкручивали. В принципе, вроде бы честно, да. Будешь пробовать 12? Да, попробуй на максимум. Конечно. Так, ну что там у нас? 12-ка. И Артем пробует. Есть! 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 Сорвал! Нормально сорвал! На 15 сантиметров. Ну, отлично! Столько же! Нормально, хорош! 70 килограмм. И вы заметили, что круговики, они тянут меньше, чем верховики. Верховики больше могут взять веса. Вот, я заметил так. Продолжаем смотреть. Что, вес 13. Я даже не ожидал, что Артем столько потянет. Это сколько? 71 килограмм. 71 килограмм. Сорвал, сорвал. Сорвал. Сложно. Нос сорвал. Так, о, я вот так засниму. Оно так будет более видно. Только могут сказать, что ты тянул вот так. Вот так тянул, а не прямо. 13 плитка, это по 5 килограмм плитка, это вообще 65. Ну, по тросам оно дополнение идет, короче. Я когда замерял, я смотрел, что оно дает 6 килограмм. Итак, 72 килограмма, и мы можем посмотреть, как выполняет квиквеня. Видите, он больше рукой тянет, но у каждого своя техника, Артем задействует спину, поэтому выполнение такое. Вот поэтому мне сейчас интересно, что вы напишете, правильно, неправильно мы делаем, засчитывается вес, не засчитывается. И, ну вот по этим всем нюансам вот хочется пройтись. Буду очень рад, если поставите лайк и подпишитесь на канал. Для того, чтобы не пропустить звездную вендетту с участием Дениса Цыпленкова, Андрея Пушкаря, Олега Жов и Бугона Ларата, регистрируйтесь сегодня на сайте Арбетский и приобретайте доступ к прямой трансляции.
Ссылка в описании.